Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я хочу вам показать прошивку для Hisense A9. Прошивка это мультиязычная прошивка с полноценными сервисами Google. Мы буквально только что закончили прошивать вот этот аппарат. Сейчас я вам покажу, как это все работает. Включив телефон, мы видим привычный экран InkOS, листа рабочие столы. Видим следующее отличие от китайской прошивки. Предустановленное приложение Google Play. Play Market работает абсолютно полностью, можно выбрать любое приложение, установить его. Все это делается без каких-либо проблем. Выберу что-нибудь поменьше. И как видите, приложение установилось без каких-либо затруднений. Вот оно. Также вы можете установить из Google Play абсолютно любое приложение, требующее Google сервисы. Приложения банков и прочее, все будет работать. Далее я уже предустановил сюда основные Google приложения для того, чтобы проверить, как они работают. Давайте пройдемся по ним, посмотрим, все ли работает, есть ли какие-то проблемы. Так, начнем с контактов. И как вы можете видеть, в этой прошивке есть возможность синхронизации контактов с вашим Google аккаунтом. Все синхронизируется, все хорошо. Далее Google Chrome. Все работает, страницы загружаются, все нормально. Карты. Карты это проблемное приложение, не всегда они работают благополучно на кастомных прошивках с Гуглом. Но здесь, как видите, карты работают хорошо. Москва, Кремль, Путин. Далее календарь. Календарь работает, все события синхронизируются. Все отлично. Далее Google Фото, все работает, все синхронизируется, все хорошо. Google Диск запускается, синхронизируется, все файлы под рукой, все хорошо. Почта Gmail, письма приходят, уведомления приходят. Приложение Google. Проверим голосовой поиск. Смартфон. YouTube. YouTube работает хорошо. Аккаунт входит, синхронизируется. Далее зайдем в настройки. Здесь я вам покажу настройки аккаунта. Как вы можете видеть, все Google приложения, которые вы устанавливаете, добавляют переключатель по синхронизации в настройки аккаунта. Ну и последнее, что вам хотел показать, это сброс на заводские настройки. Так, я сбрасываю телефон. Итак, я сделал сброс на заводские настройки. Как мы можем видеть, в отличие от других решений по установке Google Play сервисов, данные прошивки после сброса Google Play сервисы остаются, Play Store на своем месте. Для того, чтобы получить скидку на смартфоны Hisense, подпишитесь на мой канал и напишите продавцу в личных сообщениях, что вы являетесь подписчиками канала Wigwam Channel. Продавец даст вам скидку. Ссылка на магазин The Chosen Reader Store будет в описании. Также все вопросы по прошивке можете задавать продавцу в личных сообщениях через приложение AliExpress. Ну, у меня на сегодня все. Не забывайте ставить лайки. Спасибо за внимание. До новых встреч.